Со 100 рублей до 1500. Именно так может вырасти штраф за переход железной дороги в неположенном месте. Об этом сообщает РИАМа в Люберцах со ссылкой на представителей Центральной пригородной пассажирской компании. Одна из главных задач Центральной пригородной пассажирской компании – это решение актуальных проблем, одна из которых – гибель людей, перебегающих железнодорожные пути в неположенном месте. Именно поэтому было принято решение сделать штрафные санкции за это правонарушение значительно больше. Законопроект на данный момент находится на стадии принятия Госдумой. Если его согласуют, то штраф за хождение по путям увеличится со 100 рублей до 1500. Наталья Григорьева, Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал. Канал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.